Людмила Ивановна, вот скажите, все говорят о том, что 16 числа начнется война. Вот лично вы что думаете по этому поводу? Во всяком случае, мы думаем, и Россия все делает только для того, чтобы войны не было. Ни за что и никогда наш президент, даже в голову ему не приходило с нашим братским народом проводить войну. Это нас со стороны, весь Запад, все НАТО, Америка, все подкусывает, все поджучивает, все провоцирует на войну. И все объявляет даже дату. Но если дата объявлена, то как можно тогда ее войну делать, если, значит, уже все и готовы? Тем более, натовцы, вся Америка отозвала своих послов, своих работников, все, то есть подготовила объект уже для войны. Вам не стыдно? Да ни на какой войне вы идете воевать с Россией. Объясните это всему миру, чтобы это было честно. Ну, куда вы только не влазили, вы везде промахивались. И на сей раз никакой даты мы не знаем, ничего мы не знаем. У нас президент мудрейший, он ни за что и никогда на всем белом свете, он никогда не начнет войны. Знайте об этом. А уж если вы туда подсунулись, к нашим границам, а не мы к вашим, то ответ будет абсолютно адекватный. Об этом вы знаете. Кулак поднят. Военный кулак поднят. И держим. И держим просто мир не только над Украиной, а над всем миром. Помните это, американцы.